Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как делать лайв фото на iPhone SE. Для этого заходим в камеру и вот здесь вот сверху нажимаем на вот этот вот кружочек. Если он горит оранжевым, значит мы включили режим лайв фото. После этого можем сфотографироваться, и у нас будет, как вы можете наблюдать, фото в режиме лайв. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!